Привет. Всем привет. Что, Юрий Михайлович, пришла посылка для наших хвостиков. Не знаю для чего, но это прошла посылка от Ковалев Денис Андреевич, мистер Днепро. Так, что-то от Дениса пришло. Мы догадываемся, конечно, что это. Ну, на всякий случай, давайте посмотрим. Может, давай я открою это. Да, то, что мы думали. Смотри. Это карточки. Это, наверное, так. Мистер Хаф. Ласощі для ваших песиків. Великий вибір смаколиків з натуральної сировини. Дивіться. Ой, а запах якийсь той. Зараз би у нас Мері і Міла сплять, хоч би не прибіжали зараз. Слышиш, то завжди на розпаковці, а це саме... Може, Мері позовем? Ні, не треба, не треба. Вони тільки-тільки покушали. Так можна вот ласощі дати. Да подожди, давай хоть посмотрим, что здесь. А это визиточки можно, наверное, давать, чтобы... Да, да. Тоже можно заказывать. Мы раздадим друзьям. В этом магазине. Это нам написали, по-моему, в ТикТоке, я не ошибаюсь, или в Ютуб. В личные сообщения. Хотим вам выслать смаколыки. Смотри, для ваших песиков. Меню. И котиков. Видишь? Меню. Как настоящее меню, да? Ну, конечно. А мы же такие, помнишь, покупали же. Курячие кубики. Я разное есть. Вот эти косточки, такие косточки. Угу. Так, смотри. Это сухие. Здесь и ушки. И кролик. Ух, и запах. Как таранка пахнет такой приятный. А. Да. Это неожиданно приятно. А. Только это для Милочки. Да. Вот это подарки. Наши животные таких подарков еще не получали никогда. Разные, да, на вкус. Это мы попробуем. Что больше. Не будем снимать, показывать. Конечно, будем. Что больше понравится. Да? Да? А ну откладывай в сторону. Это песику. Сэндвич кочаный. Из уточки. Глянь, лососевые палочки. Вот это подарки. Смотри. Курячая гамилка. Я не знаю, это... Да, это на год, как минимум, наверное. Да, это больше, наверное. Наверное, даже больше. Не, ну смаковики, конечно, это просто. А это шашлык? Шашлык! Шашлык? Из курки, качки, топычинки. Вот так. Это шашлык, реально шашлык, даже похож, смотрите. Ага. Смотри, в каждой упаковке, чтобы не сырело, видишь? Да, я вижу. А ну, положи. А что это? Тоже что-то вкуснячее, наверное. Домашнее. Home food, домашняя еда. Угу, похоже. Смотри, корм. Для Мики. Это для Мэрички корм. У меня просто нет слов. Вот это красота. Еще корм. Большое вам спасибо. А? Да. Смотри, это тоже рекламка. Можно будет. У кого есть животные, можно будет предложить. Я вот так даже, может, поставлю. А ну дай мне вот у визитки. Если вдруг кому-то интересно будет. Одну визиточку дай мне. Я вот сейчас вот так поставлю, а вы на стоп-паузу. На паузу нажмите и можете отсканировать QR-код. На следующей стороне, на обратной, там есть номер телефона.
Да, вот номер телефона есть. Это Миста Днепро. Нам такой презент. Готуємо для родини з хвостиками. Смотри, це, а дальше, смотри, что это. Вот это. Это вот так надо делать. Вот тебе, пожалуйста. Здравствуйте, Мэри. Учуяла. Мэри. А ну вот, дай ей что-нибудь. А вот. Ты знаешь, что пришла посылка для вас с Милочкой? Где красотка Мила? А Мила с Мишей, наверное. Смотри. Вот. Где красотка Мила? А ты вот это можешь, давай откроем вот это, что это? Одну. Мила. Вот смотри, для собачек мини-медиум от маленьких до... Вот давай, это как раз Мэрики, давай. Откроешь? Это, наверное, пробнички, может, кого-то. Наверное. Скорее всего, да. Да немножечко. Я не получается. Да, вот это ты права. Это, скорее всего, пробнички. Вот так вот берете. Будут кушать, значит, берите большую упаковку. Мэри, что это? Ой, как вкусно. Так оно, походу, мягкое, оно не это. Оно очень хрустящее, воздушное. Я говорю, она только поела, она не придет. Все. Да. Спасибо. Уговаривать огромное. Не приходится. Это просто чудо. Да. Мили. Смотрите, сколько. И разного. И Милки наши, и Мэрики. Все, нету. Этот самый передашь гостинчик Молли и Персику? Конечно, угостим бабушкиным животным дадим. Вот это красота. Вот как удобно, да? Хотите попробовать этот корм, да, там, например? Я даже не знал сразу, что это пробник. Смотри, да. И в таких маленьких пробничках корма. Ну вот, смотри, это же оно, правильно? Да. Угу. Взял, попробовал. Ты сейчас даешь... Если твой питомец... Мы сейчас даем такой пробник вот такого корма, большой упаковки. Если ему понравилось... Ля-ля-ля, она теперь не отходит. Да. Глянь, как нравится. Мэри, вот это лучшая реклама, когда кушать... Когда нравится животным, питомцу. Да. Правда? Говорить можно. Это не так, что там сколько ой, угодно. Как пахнет, ой, как красиво, ой, как вкусно. Где наша подружка Мила? Где? А это вообще. Надо ее тоже пригласить. Мэрюш, хватит. Да, она правда. Тоже только... три штучки осталось. Она только-только кушала. Жидкий покушали, да? Она жидкий покушала. Ну, тут, знаешь, как лакомство. Ну да, время, смотрите, время еще 10 нет, она начало 9 пришли мы с улицы и наела. Ты моя хорошая, скажи спасибо огромное. Мэри, смотри, сколько всяких вкусняшек, смотри. Глянь, она слышит же аж все по запаху, через этот самый. Ну да, ей уже. Одну палочку, да? Сейчас угощу. Ой, как пахнет. Все. Ой, как пахнет. Дайте, пожалуйста, все. Дайте. Ну, слышь, мы ее не перекормим так, такой вкусняшками. На, хватит тебе одной. Она уже положила еще одну. На, бери здесь. Слазь. А то положь хитрая, слышь. Давай, а ну дай. Дай. Все. Понесла. Там же есть зип. Или ты закрыла уже? Я закрыла. А, да, ну упаковка на зип закрывается очень классно. Ну, я даже не я ожидал. Я просто не ожидала. Да никто не ожидал. Столько вкусняшек и такие вообще подарки, это просто. Мы с Милой теперь будут каждый день вам показывать, что они кушают. Да,
что им больше нравится. Света не выдержала, принесла да, Милку. Что? Ихняя посылка, то не всегда на распаковках. Нет, на. Сонная. Смотри. Вот, любую мы берем с котиком. И она, кстати, тоже ж поела. Вот только-только, вот ее. Жидкие да. Мне тоже давали в пачке корм. Вот интересно, будет, не будет, понравится. Может, этот самый не голодная, но... Тоже. Скажи, спасибо за подарки. Да. Все, 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 уже распробовал. Лень, как хвостик. Ага. Распробовал. Лень, Мэри пришла. А Мэри уже упанула. А Мэри, знаешь, нет, она спрятала, знаешь, куда косточку? Куда? Миша под диван. Все. Я видела, что она туда пошла. Мэри, Мэри больше не давай, она будет есть, есть и нет, есть. Нет, она будет прятать. Все, не надо, не давайте ей больше ничего. Пока, да? Ты ж моя хорошая. А ты что, спрятала? Спрятала? Нет, ты уже покушала. Не-не, не давай, все, это для них рай. Все, распробовала и Милка полностью уже. Спасибо большое. Это такая неожиданность. Благодарим. Ну, просто милой нет слов. Милой Мэри вам премного благодарны. Буду показывать каждый день. Благодарим. Спасибо огромное. Добра всем, друзья. Здоровья и самое главное мирного неба. Надолго мы не прощаемся. Скоро увидимся. Всех ценим, любим. И уважаем ваши Журавлёвы. Ты что, дрессировщица? Ну давай уже, лянь, заработала уже. А что ты это дала? Это куриного милочка.